1 сентября Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета собрал более 1000 новоиспеченных первокурсников и их родителей, чтобы встретить долгожданный учебный год. В этом году радостное событие. Вы знаете о том, что Казанский федеральный университет совместно с ПАО «КамАЗ», как индустриальным партнером этого проекта, открывает передовую инженерную школу, и порядка 30 детей, первокурсников, студентов уже сейчас, сегодня набраны, приступят к обучению по специальности передовой инженерной школы. Деньги будут потрачены, ребят, на создание интересных программ для вас, для создания научных лабораторий, других образовательных пространств, где вы можете в полной мере не только узнавать что-то новое, но и делать на практике поставленные КамАЗом задачи. Итак, позади все, что было, экзамены, ЕГЭ, вы стали студентами нашего прекрасного университета, который в этом году отмечает 218 лет, и вы вливаетесь в 9-тысячный коллектив нашего института и в 50-тысячный коллектив нашего университета. Вас 50 тысяч. Представляете, это целый город с преподавателями еще больше. Поэтому давайте себя еще раз поздравим с этим замечательным событием. Каждый первокурсник смог больше узнать о своем институте, познакомиться с новыми ребятами. Старые добрые традиции в Набережно-Челнинском институте Казанского университета стало награждение первокурсников в различных номинациях. Номер один – «Золотой фонд», «218 лет КФУ», «Счастливчик года», «Самый юный студент» и «Добро пожаловать». Почетные гости вручили ребятам именные статуэтки и памятные подарки с эмблемой Казанского университета. Я ожидаю от учебы всего только самое лучшее. Я поступаю на юрфак. Надеюсь, что буду хорошим специалистом. Ну, КФУ хороший университет, я думаю, учеба будет хорошая, качественная, преподавательский состав тоже. Ну вот, меня привлекло то, что близко к моему городу, я из Нижнекамска. Также то, что в целом известный университет, в нем хорошо учиться, я думаю. Сентября я подал заявку 217-й, и так совпало, что КФУ сегодня тоже 217 лет. Я очень доволен институтом и с самого детства хотел в него поступить, потому что моя сестра тут училась, она также много чего хорошего рассказывала. В общем, моя мечта свершилась. Ярким завершением праздника стала финальная песня от вокальной студии New Voices и зажигательный флешмоб с участием активистов Набережно-Челнинского института. Алина Красильникова, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета, Универньюз.